засохший. Пахнет так же. Это что-то мягкое. Что с ароматами? Блин, она, смотри, хочешь пахнуть солью? Нет. Хочешь пахнуть солью? Кот, хочешь пахнуть солью? Почему? Я в ужасе. Кто будет носить такой значок в своем уме? Кто? Всем хай! Смотрите, а где фокус? Смотрите, что у меня сегодня есть. У меня есть целых 2 адвент-календаря по Гарри Поттеру. И я сейчас умру, потому что они слишком тяжелые. Пожалуйста, помоги мне. Это моя подружка, ее зовут Груша. Сегодня мы вместе с Грушей будем делать распаковку адвент-календарей. Ну ты сядь, не скромничай. Скромняшка она. Вот. Пожалуйста, давайте вы не будете ее ненавидеть, как ненавидите Лорену. А то Лорену постоянно печалится после совместных видео со мной. Гриффиндор. Слизерин. Гриффиндор или Слизерин, пожалуйста, социальный опрос. А возможно вы Хаффлпафф или Когтевран, кто вы знает. После того, как я прочитала, что Багги теперь в Хаффлпафф, и захотела сама в Хаффлпафф. Хотя всегда думала, что я скорее Когтевран или Слизерин. А сейчас мы с вами будем распаковывать 2 адвент-календаря. Вот так вот выглядит этот адвент-календарь. Здесь у нас 24 дня. И, блин, он реально гигантский и тяжелый. Ну, Вань, ты как человек, который пришел ко мне в гости, начнешь искать номер 1. Только ощущение, что там мыло. Мыло, кстати, пахнет, реально пахнет мыльно. Пахнет мыльно. Я была максимально близка к правде. Это пена, бомбочка для ванны. И это Гриффиндор. Так, ну, очевидно, расшарик Гриффиндора, значит, этот шарик достается тебе. Пахнет? Ну, кстати, знаешь, я думаю, что в теории они могли бы принимать ванну с этой бомбочкой, потому что просто понюхай. Какой-то древесный и одновременно лесной аромат. Номер 2. У нас, короче, мини-апдейт, мы решили, что мы будем пытаться угадывать, поэтому можете угадывать с нами или считать, сколько раз вы угадали. Цифра 2. Ну, честно, потому что первый был Гриффиндор, я думаю, второй это Слизерин, мне кажется, логично. Я ставлю на Равенклу. Ладно. Я просто испугалась, потому что я видела что-то синее, я подумала, что за чертова ведьма. Как ты это сделала? А записываемся к гадаю бесплатно, ссылочка ниже под... Я приду к тебе проверку гадалок делать у тебя. Так, значит, здесь у нас был гель для душа с орлом. Подожди, сокол? Ворон. Ворон. Я не очень знакома с фантомом Гарри Поттера, я буквально позер сижу в мантии, которая даже не моя. Ну, пахнет мужским одеколоном. Ну, пахнет просто морем. Знаешь, когда вот эти лашеские морские всякие штучки? Да, да, очень да. Очень похожи. Морская соль, типа вот эта, да, вот, морское побережье. Короче, странный запах для ворона, но допустим. Ладно, цифра 3. Ну, шамань. Какой тут факультет? Ох, я думаю, что будет Слизерин. Ставлю тоже на Слизерин. Хорошо, хорошо, смотрим. Угадываем? Давай. Теперь голубая упаковочка. Она байтит. Она пугает нас. Так, это опять пен для ванны, судя по тому, что мы видим. Шарик. Шарик. И это Хаффлпафф. Нет, это золотой снич. Это да! Снич? Мы поймали снич. Мы выиграли. Слушай, ну пока прикольно на самом деле. Ну и все-таки тут бывают не только факультеты, а какие-то еще... Отсылки к Гарри Поттеру. Блин, ну это реально круто, но на самом деле, да, мы не угадали, это минус. Ну ладно, что ж, посмотрим, еще кто победит. Спасибо за вашу помощь, номер 4. Мои ногти все обдрестались уже как раз-таки по той причине, потому что я постоянно открывала адвент-календари, и у меня все сразу лично от руки уже отвалились. Что ставим на 4? Слизерин. Слизерин. Слушай, какой там свеча. И это любовное зелье. Это шауэр джелли, то есть это желе для душа. Ты кто-нибудь пробовал желе для душа? Да, пробовал. Блин, ну пахнет оно... Оно похоже на слайм. Да? Это криво слайм. Оно реально слайм. И абсолютно слайм. Когда будет уже Слизерин? Я не понимаю. Мы договорились, что все, что не Слизерин, я отдаю Груше. Пожалуйста, ваш номер 5. Тут очень странная коробочка, меня смущает. Ее форма. А мы, кстати, не загадали, что это. Слизерин? Ставлю не на Слизерин уже. Ты уже не веришь, да, что он будет? Я уже не верю, что он будет. Вырубилась камера, но там был гель для душа. Ты попробовала, как он пахнет? Нет, еще. Да, посмотрим. Кстати, написано, что не тестируется на животных, а я считаю, что вообще прям класс. Пробуем, что это? Держи. Блин, опять этот странный морской запах. Почему я думаю, что Гарри Поттер пахнет таким соленым морем? Типа, это странно. Вот запах бомбочки мне очень зашел, он прям кайфовый был. А это просто очень странный полумужский аромат. Давид, попробуй полумужской аромат. Ну, какой-то как соль. Ну да. Хочешь пахнуть солью? Нет. Хочешь пахнуть солью? Черт, никто не хочет пахнуть солью. Кот! Кот, хочешь пахнуть солью? Никто не хочет пахнуть солью.
проклятость такая. А мы тем временем продолжаем. Слушай, ну тут нарисован котел. Либо что-то с Слизерином. Тяжелое, кстати. Либо со стейпом, с зельеварением. Будет очень круто. И тут, походу, слушай, опять вот какой-то жилет. И да, это снова шауэр джели, на этот раз даже не подписано вообще с чего. Это мне не нравится уже. И снова этот странный запах. Ладно, тащи следующую цифру. Что-то масленькое. Интересно, там будут фигурки? Похоже на мыло. Нет, это коробочка. Коробочка? И мне кажется, она железная. Бальзам для губ? Возможно, кстати. Линдрин? Это опять букля. Просто букля. Но ты угадала, что это блеск для губ. Какие-то траблы. Проблемы. Нужна магия. Извини, но полукровка не может это открыть. Что, увлекаешься балетом? Вот сейчас вообще никак не пахнет. Нет, оно вообще никак не пахнет. Подожди, может быть, у нас проблемы со здоровьем? Может, уже круто. Не, вообще не запаха. Почему? Возможно, совы не пахнут. А-а-а. А чем пахнет сова? А я думал, сова. Что-то как-то неприятно. Интересно, что в 24-м номере, потому что он прям такой большечный. Вот, вот, смотри. Я открою? Да, открывай. А, точно, я должна открыть. Все еще надежда на Слизерин. Кстати, упаковка очень легкая опять. Такое ощущение, что здесь трусы. Я тебе отвечаю, что это? Это бант для кота? Что это такое? Какая тупая вещь. Это очень плохо. Резиночка. Выглядит очень странно. Лучше бы они положили какой-нибудь галстук, знаешь, там типа, ну или, не знаю, какое-нибудь кольцо в стиле, потому что это очень странно выглядит. И даже непонятно, что это Гарри Поттер, если не присматриваться к мелким деталям. На которой написано буква Г. Надеюсь, тот календарь будет поинтереснее, потому что здесь счет как-то вот пока не очень идет. Девяточка. Тут звездочки. Должно повезти. Надеюсь. О, он тяжелый. Прям хороший? Тяжелее всего, что я держала в руках. Давай. И сейчас такой сектор гель для душа. Гель для душа. Ну, я его не держала. Я вижу. Гриффиндор опять, что ли? Да. Тут будет что-то для Слизерина. Почему? Побеждаем. Думаю. Команда Гриффиндора. Юху! Кто ставил на Гриффиндор? Вроде не соль. Нет, пахнет той бомбочкой. Да, пахнет деревом. Как да, лесные ягоды с деревом. Угу. Не, вот этот запах прям реально очень клевый. Прям вот у меня сразу, знаешь, соцкиньте ярмарки, рождественские, глювайн. Ну, вы не знаете, что такое. Вот это кайфово. Ну, тебе, я смотрю, везет, конечно, больше мне. А имажешь, что мы достанем Гриффиндор. Ой, это Слизерин, она будет вонять с какой-нибудь дресней. Солью. Почему люди его ассоциируются с солью? Это странно. Мне только сейчас дошло. Очень плохие шутки. Так, номер 10. Я буду уже швырять на пол, потому что места там уже нет. Это бомбочка. Да неужели зеленая? Да. Почему она похожа на кусок блевоты засохшей? И пахнет так же. Пахнет, знаете, жабой. Она буквально пахнет жабой. Слизерин что-то подкачали, несправедливо. Это самый популярный факультет. Самый популярный? Да, Слизерин да? Самый популярный считается. А кто популярнее, Гарри Поттер или Драко? Драко, 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 да, Драко, Драко. Конечно, Драко. Реально? Конечно же. О. Ну, один. Тут что-то полегче. Ну, у нас еще не было Хаффа-пафф. Вообще, кстати, ни разу. И сейчас такой Хаффа-пафф с ароматами взрыва, карамели. Это что-то мягкое. Боже, кажется, опять это опять на соли. Надеюсь, это кусочки. Это масло. Почему так плохо? Ну, будешь шифтить. Не получилось. Странные цвета для маски для Гарри Поттера. Да. Ну, хотя бы, знаете, да. Золотой сделали. Да. Красный, бордовый, да, ну, типа... под факультет от какой-нибудь. А это вообще, откуда эти цвета они вообще взяли? Типа, вот здесь, ладно, она была бы синяя, но золотом, но тут какое-то непонятное... Да, тут радуга, голубого оттенка. Допустим. Нет. Ладно, тем временем циферка 12, и знаете, в цифре 12 здесь нечто похоже на свечу, по крайней мере, нарисована свеча. Да ладно, Хаффлпуф, что ли, или нет? Нет, это не Хаффлпуф, это просто блестяшка. Знаешь, чем пахнет? Краска для блестяшки. Что с ароматами? Что с ароматами? Блин, она, смотри, какая она. Фу. Она как слайм. Она как, знаете, слизняка размазали. Часто ли ты размазывала слизняка на своем теле? Ну, знаешь, когда улитку сажаешь, и она проползает, и остается след, вот что-то вот такое же. Это какой-то развод. Ну, развод. Развод на деньги. Произошел. Развод! Я в ужасе. Просто какая-то сопля. Давай дальше, давай в цель открывать. Я уже не верю, потому что-то хорошее будет. 13-й. Да, 13. Какое это у него число, кстати? 17-е твое. 13? Нет, ну, это пусть. Да.
Вот так. Здесь будет капать. Да ну он должен быть. Нам просто надо понять, какой у него будет запах. Почему они унижают Хаффлпаф? Это просто... Почему? Почему? Это просто... Гарри Поттер. Снежок. И опять ничем не пахнет. Пустота. Тяжелый. Но... Да, там тоже круг. Ну за что мне все? Нет, подождите, круг. Это что-то новое. Новая формула. Подождите. Как вам сказать, она выглядит вот так. И это скраб. Кот, что ты там делаешь, кот? Почему это скраб, там нет скрабов? Посмотри. Но он выглядит опять как слайм. Да. Мне кажется, они просто взяли, знаешь, закупились кучу слаймов и подписали в разные банки. Потому что здесь нет скраба. Здесь написано, что скраб, но здесь нет скрабирующих частиц вообще. Как крем. Он реально как крем. Что за бред? Такой детский скраб, хотя адвент-календарь не позиционируется как детский. Я недовольна. Тек, ладно, тащи коронную цифру. Ну, походу, там опять трусы какие-то будут. Что-то по легкости. Давайте, 17, удивите меня. Помада? А, это, наверное, духи. Да. Типа шариковые духи. Угу. Пахнет лимонным уксусом. Что? Лимонным спиртом. Почему? Знаете, как лимончелло пахнет? Вот реально запах лимончелло. 17? Тут уже, кстати, пошли другие упаковочки, они новые и большие. Но я что-то ее теребонькаю, походу там смоги для души. Кот, хватит нюхать говно всякое. Ну, кот. Он его закапал уже. А, подожди, нет, у нас тут еще одни духи. Ravenclaw. Это, видимо, спонсор данного адвент-календаря потрясающего. Блин, как это произошло, сука? Ну, а мне теперь пахнет мужской солью. Честно говоря, мне даже в машину не хочется это распылять. Кому? Нет. 15, наверное. 14. Бери. А почему мы 17 открыли? Раньше были. Ладно, бывает. Мы реально что-то все напутали. Ну, мы просто разочарованы. Да. Это опять, наверное, гель для душа. И это... Да ладно, Хаффлпаф, что да, ли? Да, наконец-то барсук. Нюхаем, как пахнет барсук. Прикольно. Барсук, кстати, очень прикольно пахнет. Надо было сразу барсука не выбрать. Да, он тоже пахнет чем-то сладким. Как-то, но не приторно. Груша пахнет. Теперь вы знаете, как пахнет груша. А нет, они не знают, я знаю. 15, тут нарисована жаба. Там был слизерин. Блин, кстати, возможно. На полу у нас, конечно, царство безумия. Да, это слизерин пахучка. Между прочим, с ароматом змеи. Сейчас снова будет попытка не обрестаться. Блин, ну это очень плохо пахнет. Кто создавал эти запахи? Почему нельзя было хотя бы взять самые дешевые, не знаешь, там а-ля, которые вот делают? Чисто двойные, да. Еще что-то, да. Простые самые. Которые вот в детской косметике еще используют, потому что ну типа реально отстой, держи. Мне очень интересно, чтобы 24 номер, потому что он прям большой, но он, кстати, легкий, я уже себе за спойлера, походу там будут трусы. Хочу трусы в одном да, у нас шарик, и думаю, это Хаффлпаф. Да, абсолютно. Что-то золотое. Ну вот он вкусно пахнет. Хаффлпаф проблем нет. Пахнет дюшесом. Кстати, ты когда не покупала желтые бомбочки для ванн? Нет. Ты когда их растворяешь, выглядит так, как будто плаваешь в моче. Я реально говорю. Потому что у них обычно именно такой ужасный цвет, и ты такой, ааа, хотелось такого привата. А, ну, имбирное, сливочное. И снова Body Wash, только на этот раз от Слизерина. Кстати, цвет очень странный. Ладно, ну это в целом пахнет почему-то лучше, чем аромат, который мы распыляли, но тоже не вау. Да, получше. Но получше. Пахнет травами уже больше. Тащи остатки. Было роскоши, которой не было. Тяжеленькая. А, здесь тоже аромат Гриффиндора. Ну, кстати, вот это пахнет не бесячим. Почему-то запах как будто бы отличается от бомбочки и от геля для душа, но он прям такой. Лесные ягоды с какой-то штукой намешанной. Прикольно, реально. Странно, что она прозрачная, а не красная. Кстати, да, было бы гораздо прикольнее, если они были бы такие цветные. Это вайбово было бы, а так не видно. Так, снова у нас бомбочка. Неужели синяя бомбочка, что ли? Или... Подожди. Или... А, это Ravenclaw. Почему? Почему она красная? Написано, что это Ravenclaw. Но она красная. Ну, я не против, у Ravenclaw достаточно неприятный запах, а тут дополнительная розовая бомба, ок, пусть будет. Вот это, кстати, эффект после фиолетовой бомбочки, малиновый такой. Но у меня вопрос, почему это лежало под названием Ravenclaw, когда у них должен быть синий либо серебряный цвет, а не томат. Либо такое ощущение, что я кого-то убила. Предпоследняя надежда я этого думаю, календаря. Это духи. Да. И это енот. Лакрица! Да. Да почему показалось, что лакрица это нормально? Нет, гадость полная. Что-либо
как лица? Вообще есть такие люди? Я достаю 24-го цифра. Что там? Ты уже поняла, да? Нет. Все еще надеюсь на трусы. Посмотри. Нет. Нет. Штука для того, когда ты умываешься, чтобы убирать волосы. Вещь, конечно, в быту очень полезная, но я не знаю, что сказать. Ну, тут хотя бы с цветами понятно, и выглядит как Гарри Поттер, а не маска для сна, которая непонятные цвета и вообще не видно надписи. Короче, вот все вот это выглядит совсем не по-Гарри Поттерски. Лично я супер расстроен. Ну, типа, окей, здесь есть какой-то намек на Гарри Поттер, но все остальное выглядит как какая-то обычная, не знаю, фигня, которая не имеет никакого отношения, если не присматриваться в надписи и в картинке. Разочарование. Остолбеней! Что ж, мы сейчас будем приступать к второму адвент-календарю, потому что первый был отстой! Вот. Второй вроде бы нам обещает то, что здесь будут уже украшеньки. Он тяжелый. Такой тяжеленький. Да. Тебе нужна эта коробка? Давай это порвем. А ее не порвешь еще. За тебе нужен. Ой. Ой, как больно. Это выглядит очень мило. Оно прям реально как чемоданчик. Вау. Вот это класс. Вот этот адвент-календарь уже сейчас нравится гораздо больше. Посмотри. Очень прикольно. Что ж, тащи первый номер. Ну, тут очень легко сделано. Они все по номерам. И собирается вот такой вот пазл, да, из мозаики в Хогвартс. Кстати, тут небольшие коробочки. Интересно, что там будет. Я реально не смотрела спойлеры, так что вообще без понятия. О! Это пин. Да. А кто это? Это Феникс. А, это Феникс. Слушай, ну выглядит очень прикольно. Блин, пин супер, реально. Пока, кажется, мы начинаем идти хорошо. Дальше у нас циферка под номером 2. И здесь тоже что-то, ну, очень легкое. Да. Тебе везет на них. Да. Подожди, нет, это не резинка. Нет, это браслет. Да. А, блин, он сделан типа как пандоровский. Да, пандора. А еще он испорченный, смотри, видишь, тут грязно, это очень обидно. Испорченный браслет, вы понимаете, ребят, испорченный браслет. Как? Гарри Поттер, ты что, вообще нормальный? Ну, я так понимаю, тут все легкое. Опа, маховик времени. И он вешается на цепочку, возможно, мы ее тут найдем. Вряд ли же он на браслет вешается. Да, но он, к сожалению, не крутится, он просто вот. А, зацикленный. Ну, блин, было бы так забавно, на самом деле, если бы он крутился. Но в целом и так неплохо, кстати. По качеству, ну, не знаю, не пластиковое, и то хорошо, железо вроде не самое легкое. Так, цифра 4. Ну почему? Почему? Почему я достаю хлам? Что это вообще? Ты знаешь, что это? Поясни давай, что это? Тут написано фраза Полумны и ее очки, когда она смотрит на мозгошмыков через них. Кто будет носить такой значок в своем уме? Кто? Я не буду. Ты будешь? Давид. Ладно, нашелся клиент. Номер 5. Так, что за мозгошмык? Что-то прикольное, мне кажется. О. Еще одна подвеска Даров Смерти теперь. Но она тоже не крутится, я так понимаю. Ну, прикольно. Это, я так понимаю, уже как шар, да, можно использовать? Возможно, это и есть шар, кстати, на этот браслет. 12 плюс, напоминаю, календарь. Ладно, мы не как смогли разобраться. Я не понимаю. Ну, это просто шарм, на котором написано заклинание. Экспеллиармус? Да. 5 баллов Слизерину. Черт, на, семерка тебе. Опять пин, кажется. Да, это значок Хогвартса со всеми факультетами. Ну, прикольно. Пин. Можно куда-нибудь запихнуть, в принципе, его. Да, можно его сумку на ноготь себе просто вот так вот налепить и вот так вот покрыть туда, потому что он слишком маленький для того, чтобы его использовать в качестве, ну, буквально пина, его просто не видеть. 12 плюс, календарь продолжаем. И здесь снова был шарм. На этот раз написано Гарри Поттер. Ничего интересного, шарм, на котором написано Гарри Поттер. Опа. Опа. А, мы поймали снич. Блин, прикольно, подвесочка выглядит очень неплохо вроде как. Да, очень симпатично, кстати. Я так понимаю, что как раз таки на эту подвеску можно будет и вешать вот эти вот всякие штуки, если это не как шарм использовать. Угу. Опять шарм. Пин. Значок.
Почему? Шар. Кстати, круто выглядит. В форме шапки. Да. Это не какашка. А Ру стала, что все говно тебе достается, а все нормальная груша. Кто ставил на Гриффиндор, тот мне больше не друг. Блин, ну по качеству он прям хороший. По размеру он такая внушительная. Ну тут уже явно не будешь использовать для ногтя. Если мы платье на ногу, похоже на то, что там кто-то насрал. Верхний раздел мы полностью закончили. Финалочки. Да ладно, мне попалось не кусок дерьма. Попали серьги? Да ладно. У меня серьги. Угу. Реально? Нормальные серьги, маленькие. Сова! Сова! Серьга с собой! А блин, серьга с этим. Секси-букле с почтой. Маленькие, конечно, но прикольные. Для сережек самое то, мне кажется, было бы. Так, верхний раздел мы закончили. Да, тебе точно не нужно эту коробку забрать, она прям крутая. Что это? Шар? Ну, кстати, шар, да, но он прикольный. Видишь ли, он черно-белый. Из-за этого прям видно, что это Хогвартс на контрасте. Прям. Ну, тяжелее того, что там. Фига себе. Он реально прям, знаете, вот такой вот очень хороший, тяжеленький. И несмотря на то, что детали очень маленькие, но видно прям все отлично. А тем временем цифра 14. Так, много всего интересного. Фига ты. Опа. Ну, кстати. Брелок? Да, это брелок. Причем еще какой? Вот с этой вот штукой, то есть очень удобный брелок. Ну, мне просто нравятся брелки, которые можно вот так вот куда-нибудь навесить, то есть это удобненько. Ну, типа, прикольный. Не могу сказать, что лучший мой брелок в жизни, очевидно, что это не так. Но он приятный. И сюда еще можно как-то шапки тоже какую-нибудь хрень поднавесить. И будет у тебя он целый, там, не знаю, кастомный брелок с этими дарами а-ля смерти. Твоя? Пин, наверное. Да, пин. Реально пин? Пин. Да, и тут просто... А шарм? Да. Слишком много даров смерти. Маленькие дары. Что такое дары смерти? Была сказка детская, где были три брата, и как ты встретила смерть. Ага. И они мне попросили... Дары. Дары. Один взял мантию-невидимку, второй взял самую сильную палочку, а третий взял камень, воскрешающий к жизни. Это и есть дары смерти? Да, это и есть дары смерти. А потом что с ними сделали, с этими детьми? Первого, который взял палочку, убили на дуэли. Второго свела с ума смерть, потому что он воскресил свою жену. А жена была понятная. Уже все, смерти да. Никакая. И атрофирован мозг. Да, и он суициднулся. И остался последний, потому что он бегал от смерти под мантией-невидимкой. Когда уже состарился, он открылся ей и сказал, что забирай меня. Я готов умереть. Теперь я знаю больше. Не позер. Так. Ну ты что, скоро будем открывать календарь по геройской академии. Вот там же я никак не помогу тебе. О, вот это очень красивый шарм. Любовное зелье. Ну посмотри, какой он красивый. Просто вообще. Блин, вот он очень симпатичный. Он реально прям класс. Ну такое настроение бордель. Там хотя бы были дары смерти, а тут просто распечатанная с Яндекса картинка Хогвартса. Топ-контент. Да. Знаете, как 2002 год, когда ты в эти значки покупаешь? Переходы. Да, в переходах, в ларьках, и такой, о, вот это мне нужно. Люди до появления Алиэкспресс. Мама, мама, мама. Так, ладно, посмотрим, какой еще кринж-контент нас ожидает. Ну, это буквально same energy. Тоже 2002 год, переход. Он по качеству хороший. Он прям как будто бы стеклянный. Ну, реально, по качеству очень прикольный. Но кто будет это носить в 12 плюс лет? Нет, если тут был ваку, я бы надела. Но нет, Гарри Поттер я надо носить. Гриффиндор, это твой маскот. Можно мне Фреда Уизли? Если найдешь. К сожалению, я думаю, он тут не будет, но Гарри Поттер носить слишком странно. Сова и то лучше. Цифры 19. У нас осталось не так много цифр. У нас уже нет надежды. Что это? Это поезд. Хогвартс Экспресс, но он очень не похож на поезд, пока ты не прочтешь надпись. То есть я вижу только надпись Хогвартс Экспресс. Я вообще подумала, что это часы. Короче, это перед поездом. Поезд, да. То есть он, да, как бы на тебя едет. Блин, ну спасибо большое. Очень понятно, очевидно. Цифра 20. И здесь у нас неинтересная маленькая круглая штука. Блин, она крутится, не могу. Эту магию вы просто еще не проходили. Либо это какое-то заклинание, которое я не знаю, как приводится на английском, но я не понимаю, что это. 21.
Опять шар. О, кстати, прикольный. А что, в этот раз? Похож на который мы брали, черненький, кругленький, контрастный. Он, кстати, блестит. Кстати, да, вот это выглядит прикольно, он прям переливается, и там есть вот эти вот звездочки, выглядят очень симпатично. Да, из-за того, что он опять контрастный, то прям... Здесь понятно, что происходит. В отличие от СПУ, у нас осталось всего 3 номера. Я очень надеюсь, что это нормально, но судя по тому, что это очень легкое, я подозреваю, что это опять не шар, или квадрат, или треуголка. А нет, слушай, зря буканул. Не знаю, что это, правда. Феликс, Фелич, ты знаешь? Это зелье удачи. А. Ну, зелье удачи. Кстати, пин очень неплохой, на самом деле. Угу. Вообще, вот так вот посмотреть его, он прикольный. Там есть какие-то глиттеры внутри, они сияют. Ну ладно, пины мне, честно, нравятся. Я в целом люблю пины. Что там, вы опять? Наслаждайся. Опять 2002 год переход, потому что это опять картинка из Яндекса, потому что буквально взяли я просто. Ору. Если я раскрою карту, то просто вырезка из карты будет с Яндекса. Я ору, жесть. Ну зачем? И это причем было предпоследнее, предпоследняя цифра. Ах, ну что ж, 24, финал. Надеемся, что там что-то будет. Нет. Ребята, я не знаю, что там будет. Ну ладно, это не так плохо, конечно, как я думала. Я думала, будет реально дичь. Но это опять шарм с Хогвартсом. Но на этот раз не совсем очевидно, потому что он серебряно-золотой. Что ж, ребят, мне нечего сказать, кроме слов. Ставлю 10 баллов коробке. Коробка лучше всего, что мы тут нашли. Если честно, то да. Коробка класс. Все остальное, ну, я бы этот адвент-календарь с этими штуками оценила бы где-нибудь на 4-5, а этот на уверенную двойку. Да, то есть адвент-календарь либо для больших фанатов Гарри Поттера, которые будут носить, либо для совсем маленьких детей. То есть не на 12+, он рассчитан, ну, лет на 8, я бы сказала. Ну, кстати, да, 6-8 лет. Все остальное как-то не очень валидно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Скоро новый календарь. Потому что он же просто потрясающий. Я дополнительно купила вообще целую кучу всего, еще пусть там валяется. Я не понимаю, он весит так, как будто здесь только полноразмерки. Большой, увесистый. Блестяшки, сияшки, подсветка. Как вы думаете, что это? Похоже на какие-то дрожжи, но они же не могли еду положить сюда. Ой. Я нашла мой чай! Directly to under ice. Ну блин! Давид, на что это похоже? Можешь посмотреть? Не. Вань! Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты? Нет, только не баку граната. Я чувствую себя странно, потому что я довольна. С лавандой.